Привет! Сегодня я на Оке. Погнали рыбачить. Погода просто ужас. Ну как, холодно очень. Ночью было плюс 7. Сейчас дует ветер. Сегодня часов где-то в 10, в 11 обещают ветер до 10-12 метров в секунду. Очень и очень все хорошо и гладко. Я заранее от базы не стал далеко уходить. Не дай бог поднимутся опять эти волны сумасшедшие, замучаешься пилить обратно. Пока здесь в округе, а дальше уже по обстановке посмотрим. Блин, и рыба клюнула, и мошка куда-то в глаз залетела через очки. Ужас какой-то. Это прям подстава. Привет, друг. Да. Первый рыб. Народу столько везде. Будний день, а народу очень много. В общем, ушел я на, как говорится, дальний кордон. Тут тоже думал, будет потише, а тут нифига не потише, также народу хватает. Там щиплет. Кто-то щиплет. А, ух ты, подобрал. Нифига себе. Ага, снова ты, подруга. Ну здорово. Люр трется, зубы ее. Уже не трется. Ой. Вот такая вот озорная щукенция. Прям на первом забросе нас порадовала. Злищая какая, злищая. Упитанная, не дохленькая. Для своей длины отличный у нее размерчик. Не голодает, это хорошо. Ну давай. Кушара. Зубаты прогнали. Вот полосатый. И все, что ли? А где сопротивление-то?
грязи поплыло просто немерено. Ужас сколько. Как вот она раньше была, тянула ее откуда-то, так ее вот сейчас тянет. Ничего не меняется. Забрел. Ну, вроде как на первый взгляд симпатичное место. Уже кидаю здесь минут, наверное, 10. Ни тычка. Перешел на более легкий вес. Приманку поменьше тоже. Ни тычка. Но здесь место очень заилено. Ну хоть чистенько, нет ничего. Грязи это не тянет. Ладно, сделаю еще пару забросов и отчаливаем. А я все думаю, если такая грязь, значит где-то должны чистить русло. Так оно и есть. Вон она, красавица, стоит посреди оки. Забыл, как она называется. Вот оттуда и грязь. Ух ты, блин. Хороший. Ох, как заедает. Нифига себе, какой злой. Ну кто там такой аккуратный, злющий. Нифига. О, блин, какой. А, он здоровый. Все, все съел. Все там у него. Ну, он уже опытный, прям рот открыл как нужно. Говорит, сделай все аккуратно, рыбачок. Сыть хочу. Так. Прикол в том, что я там в том году на пол,
капец, они там сидят на казанке. Один у мотора, другой на носу. Орут. Разогревает. Хорошо. Долго мы с ним. Кто кого? Ага. Опять. Веселуха. Да ты. Как он так делает-то? Такая вибрация по спиннингу. Может он это? Загрузика там. Как не дергает, где-то. Сейчас, говорит, я тебе нервишки-то потрепалю. Такая потяжка. Задержка специально сделал. Подсечку. Немножко заживал. И мимо. А я в голове кручу, думаю, где же у нас ёшки? Вот они, ёшки. Нифига. Убежал.
Он же, что ли? Мне, говорит, понравилось кататься. О. О. Хорошо сидит. Вершина, танточку пораспробовал. Вот и время пришло, когда мне нужно уже собираться. А тут и ветер начал разгуливаться, долгожданный. Он сегодня будет, будет ого, ветер и ветрище. И тут, к счастью, и, к сожалению, конечно, мне пора сворачиваться. Я еще думал, встану пораньше, поставил будильник на 3 часа, думаю, покатаюсь, поищу новые места туда-сюда. А тут вот такая фишка получилась, нужно ехать. Плюс еще грязь идет, чистят там реку. Обмельчало. Ну, ладушки, буду собираться. Да, в путь, дорогу. С вами прощаюсь. Давайте.